Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, как заработать на бирже копирайтинга Adwego. Если у вас есть опыт написания статей, а именно копирайтинга или рерайтинга, то на этой бирже можно довольно-таки неплохо заработать. Мы видим, что здесь есть заказы на $7, на 4, на $3, и их довольно таки много. Средняя цена где-то за 1000 знаков, ну это конечно выше среднего, $2.37 за 1000 знаков, в основном это где-то в пределах 50 центов, от 50 центов до $1. Но если у вас нет опыта написания статей, то на этой бирже можно также зарабатывать на лайках, делая лайки, репосты и комментируя посты в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме и других социальных сетях. Ну, давайте сначала я вам расскажу, как делать более мелкие задания. Для этого нужно вот справа в столбике указать цену, ну так как мелкое задание, мы минимальный порог не будем указывать. Далее выбрать нам нужно тип работы. То есть сейчас выберем репосты, лайки, приглашения, а также вот неплохой вид заработка — установка и тестирование приложения. Это подойдет людям, у которых есть смартфоны на базе Android. Далее выбираем с доступными работами. Выбираем с доступными. Тендеры пусть будут. Нет, тендеры выбираем. Нажимаем кнопочку «Искать». Вот мы видим, я уже заработал почти $10, ну, буквально написал 2 статьи. Ну и мы видим вот такие вот простые задания в виде вступления и приглашения друзей в группу ВКонтакте, за которые нам заплатят 29 центов. То есть читаем задание: вступить в группу нужно и пригласить 40 друзей в группу из России. Также можно ознакомиться с порядком работы и каким образом будет производиться оплата. То есть оплата производится, если все условия выполнены. В отчет нужно прислать следующую ссылку на ваш аккаунт, список людей, которых вы пригласили, и сделать скриншот, на котором будет видно логотип группы и информацию, где вы пригласили 40 друзей. Вот такое вот простое задание стоит, ну, 30 центов. Я думаю, это как бы неплохо, если делать, например, в день 10 таких заданий, да, там, то есть $3, не напрягаясь, можно заработать. Я думаю, мало сайтов, которые предлагают такие деньги за такую простую работу. Далее вот мы видим: подписка на YouTube канал 7 центов. Ё-моё, подписаться на YouTube канал, скинуть скриншот, и 7 центов придет на ваш баланс. То есть довольно неплохо. Вот 26 центов найти и установить приложение с Google Play. Зашли в Google Play на телефоне, установили приложение, сделали скриншот, скинули в отчет задание, и все. Денежка на вашем балансе — 15 центов. Оценка приложения в Play Market Android. Ё-моё. Подписаться на страничку ВК. Я думаю, это, ну, как бы даже школьник сможет справиться с такими заданиями. Так, далее, что касается написания статей. Ну, давайте кнопочку нажимаем «Извещение», и мы попадаем на страничку, где написано, сколько мне заплатили за выполненное задание. То есть, вот мы видим, если вот этот столбик зелененький, квадратик, значит это хорошо, значит вам заплатили денежку. То есть вот мы видим: заказчик такой-то оплатил вам работу такую-то и получено средств
$5.25. Ну, давайте посмотрим, за что мне заплатили $5.25. Так, нужно было написать статью rewrite. Для тех, кто не знает, rewrite — это когда вам дается исходник, и вы по этому исходнику как бы пишете текст своими словами. То есть пересказываете текст и пишете, и за это вам платят деньги. Копирайтинг — это когда вам дается тема, и вы чисто с головы делаете авторский центр, без исходника. Я, то есть, писал статью rewrite, мне дали исходник, вот. Ссылочку я копирую, вставляю в браузер. То есть сейчас мы увидим исходный сайт и текст, из которого я делал рерайт. То есть я переделывал этот текст и писал его своими словами. И за это мне заплатили $5.25. У меня на это ушло буквально 2-2,5 часа. То есть вот текст мы видим. Тут 6000 знаков, если я не ошибаюсь. И я вот прочитал его, пересказал, написал и получил за это деньги. То есть также в задании мы видим, что уникальность должна быть не менее 92%, и вставить в текст нужно было следующие ключевые слова. Вот мы видим. Играть в игровые автоматы, автоматы онлайн на деньги. То есть, ну, ничего сложного. Как пройти, как проверить уникальность и какой пользоваться программой, я думаю, я сниму отдельный ролик, чтобы не затягивать это видео. Если там будет что-то непонятно, вы можете спросить в комментариях внизу под видео, я вам попытаюсь помочь, чем только смогу. Что касается вывода, то минимальный вывод с этого проекта $5. Выводить можно на WebMoney, я вывожу. Также можно выводить на Яндекс.Деньги, на карту и на Kiwi кошелек. Такой вот сайт, друзья. Регистрируйтесь, если это видео было полезно для вас. Ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк, я не обижусь. Подписываемся на канал, еще будет много интересных видео. Ставим колокольчик, чтобы их не пропустить. До свидания.